Hey yo, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Mr. Nuts. Да уж, я даже не знаю, как, наверное, следующую игру я буду проходить Sonic 2. Каспер. Пароль. Пароль называется Каспер, тогда следующего уровня. Следующий уровень я считаю классным. Ну, это самый, ну, наверное, этот вот. Первое место, потом домик второе. Вот, это классная локейшн. Цирк Мион Стритс. А, Мион Стритс. Понимаете, для меня это была просто самая классная локация из-за того, что я сюда не мог до хера раз попасть. Я только один раз сюда смог прийти. Я здесь, считать, только один раз играл, ну, был в этой локации, когда играл на Sega. Босс здесь довольно, помню, легкий был. У меня была всего лишь одна контишка и пару хпшек. Ну, у меня, ну, как контишка. То есть последняя была контишка, если так объяснять. И вот так, в принципе, я эту локацию проходил. Чисто на осторожничах. Не дай бог я куда-то... А, я думал, это молоток. Это как, знаете, у кота Касперса, или как его там... Так, сюда я тогда не ходил. Я шел, чем быстрее к выходу, тем лучше. Нихера тут у вас. Надеюсь, оно того стоит. Считайте, я целую локацию обратно иду просто. Не знаю, ради ч... Сейчас было бы... Покиньте, вот у меня был... не было бы сейва. Это же было так... Пиздец, обидно. Подожди. Надо сейвить свои орехи. Ты какого черта? А, вот. Да сюда я не доходил. Войти. Опа, вы видели, там еще что-то было? Хм, прикольно. Прикольно, нет, я просто в детстве вообще... Я просто бежал по низу. Окей. Повезло.
Не, ну меня зато отхилили полностью. Контишек надавали. Вот я всегда считал, что контишки вот на последней локации всегда нужны. Ну, типа, которая следующая будет. Потому что, как вы помните, я же вам говорил, что я так ее и не осилил. Да, но врагов здесь до хера и много. Ау. Да ладно тебе. Ну вы видите, тут в принципе локация только что с осами. Ну а тот я просто убегал в начало уровня. И агрил их так, чтобы они просто на меня упали. Что за бред? Ненавижу. Ой, черт! Босс данной локации, он чем-то будет, знаете, напоминать нам... Я что, уже, наверное, залезть не могу? Даже бесишь. Это сильно бесишь. Нет. Или да? Да. А, нормально. Не хочешь упасть, прыгаешь и поворачиваешься. Способ как не упасть. Работающий. А ни хера тут. О-хо-хо. Ну погнали. Тут, в принципе, локации короткие. Какого черта? Ну какого? А потом спрашивают, что у меня жопа горит. Вот от этого же мне и горит. Ладно. 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 Все. Сдохни, мышь. Ну да. Так, а там далеко же, да, нужно бежать? Сейчас будет до хера ос. Так, это все. Чисто в затылок.
меня было причувствие. Ладно. Со всеми бывает. Но откуда я мог знать, что там дырка была? Я не знал, что там дырка. Мне кажется, никто не знал, что там дырка. Я вообще думал, что долечу. А я не долетел. Тупые птицы. Stupid birds. Ну да, ну да, ну да. Самые противные враги. Я как это птица, я просто лечу. Да уж. Так, так. Тихо. Да. Ладно. Все хорошо. Ну, все хорошо. А что внизу? А, то второй экран. Е-е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 
Нихера. Это его, по-вашему, кто? А, да, точно. Извините, мы не можем кидаться вверх. Спасибо. Тупой воробей. Спасибо, что подсадили меня сюда. Назад, назад. Да, да. На всякий случай. Бац, 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 бац. Бац. Блин. Ладно, давайте слазим туда. Я не знаю, а зачем там? Эй, коньки-ишка. Little Clown, маленький клоун. Вот, это вот босс. Не знаю, мне что-то вот этот босс нормально так запомнился. Хотя даже не помню. Я не помню, как... Подождите, он торты, да, просто кидает?
Вот так, ребят, вся битва с боссом. Надеюсь, вы поняли. Да ладно. Ну вы поняли, да? Я его прошел с первого раза. Но у меня было фул хп, конечно. Да ладно. Слишком много тортов. А, то есть и ты... Классно. Ладно. Я вот не знаю, могу ли я прыгнуть, когда он приседает вот. Там максимум, кажется, 6 голов он будет выпускать, или мне кажется. Скорее всего, мне кажется. Как обычно, мне все кажется. Спасибо. Можем проверить, как бы. Куда он будет прыгать на меня. Мне кажется, он не будет на меня прыгать. Нельзя. Ну, я проверил. Сейчас чихну. Нельзя чихать. Поехали. Не, почему только 4 головы? А что мне делать? Как мне его должен был атаковать, эту голову тупую? Ай. Также хороший способ это было оттуда зайти, типа за спину, да и все, пускай он швыряет свои эти странные пироги. Да ладно. А знаете, что я хочу попробовать? Вот так. А. Ага. Ага. Кайф. А вы подумали обо мне? Ну какого черта? Тупой Гошка. Давай, последнее.
Приуныл. Приуныл клоун. Ну что, ребят, давайте тогда, думаю, на этом закончим. Потом всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.